We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome everyone to this PNE session. Thank you for joining. Добрый день всем присутствующим на нашей сессии. Спасибо, что вы с нами как в зале в Катовице, так и онлайн. Я буду модерировать эту дискуссию, но вместе со мной дискуссию будет модерировать Жемы, который вас лично встретит. Добрый день. Дамы и господа, уважаемые участники, как собравшиеся в Катовице, так и присутствующие онлайн, сердечно вас приветствуем на сессии о сети политики по окружающей среде. Меня зовут Пшемеслав Пяк, и я представляю канцелярию премьер-министра Республики Польша. Я буду выступать одним из модераторов, и одной из целей этой сессии является рассмотреть связь между процессами, которые проходят в окружающей среде и в цифровой среде. Это становится все более актуальным, особенно в контексте цифрового саммита. Кроме того, мы хотим подготовить конкретные рекомендации после проведения нашего саммита, которые будут вытекать из сотрудничества, которое развивается уже несколько месяцев. Поэтому я уже обещаю публикацию отчета о деятельности нашей сети в пользу политики по окружающей среде. Приветствую наших онлайн-участников и приглашаю всех присоединиться к нам и задавать вопросы на чате. После презентаций и после выступлений через стриминг придет время задавать вопросы, используя функцию поднятой руки. Я хочу поблагодарить правительство Швейцарии и всех организаторов цифрового саммита и департамента по экономическим и социальным вопросам за то, что они привели к проведению нашей сессии и за их огромный вклад в ее проведение. И, наконец, позвольте мне поблагодарить сокоординатор Флорину за все. Я благодарю ее за все ее усилия по модерации. Спасибо. А я хотела бы приветствовать наших докладчиков. С левой стороны господин Юан Зю, который директор вертикали по устойчивому развитию. И он тоже скажет несколько слов приветствия от имени Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Благодарю вас, госпожа модератор, благодарю всех вас, благодарю за приглашение на сессию, которая связана с двумя важными вызовами. Во-первых, устойчивым развитием окружающей среды, и, во-вторых, цифровизацией. Я благодарен Швейцарии, но также и Польше, и другим странам, которые прибыли как волонтеры, чтобы начать работы по проведению этой сессии. Ведь мы все знаем, какие огромные вызовы сегодня связаны с защитой окружающей среды. Мы все ощущаем последствия, переживаем огромные пожары, штормы, растущий уровень Всемирного океана. Это все вызовы, с которыми нам придется бороться, исправляться. И тут, приходя к словам отчета генерального секретаря, его отчета по IPCC, можем сказать, что пришел уже конечный момент, последний момент, когда мы можем среагировать. Этот красный свет говорит о предупредительном свете, который горит для всего человечества. Генеральный секретарь призывает предпринять конкретные меры на международном уровне в пользу защиты климата,
и декарбонизации. Поэтому мы должны сделать все, чтобы мы сумели использовать технологическое развитие, в том числе и цифровизацию. Я бы хотел вместе с вами поговорить о том, как современные технологии, цифровизация могут поспособствовать удвоению наших усилий в пользу защиты окружающей среды. В первую очередь мы должны осознавать то, что это именно самые развитые страны, самые развитые предприятия должны играть роль лидеров и должны быть в состоянии лидировать этому современному процессу. Будем помнить, что благодаря современным технологиям и нашим инвестициям в цифровые технологии мы будем в состоянии в значительной степени сократить выпуск, выброс. Некоторые говорят, что даже на 17%. Далее, мы должны сделать все возможное, чтобы строить умные города, которые в значительной степени будут использовать доступные цифровые инструменты и решения в пользу ограничения выбросов загрязнений. В-четвертых, будем помнить о том, какие важные инвестиции в цифровые решения на административном уровне. Цифровая администрация играет ключевую роль при продвижении политик, дружественных к окружающей среде, зеленых политик, в том числе по созданию дружественной к окружающей среде инфраструктуры. И, наконец, существенным элементом в этой политике является устойчивое управление ресурсами. И тут цифровизация может сыграть значимую роль. А к ней можно прибавить искусственный интеллект и интернет вещей, а также все сызново появляющиеся новые цифровые технологии. Я рад, что могу участвовать в этом цифровом саммите и что вместе с вами мы можем побеседовать о том, как мы можем привести нашу цифровую инициативу к успеху. Благодарю за эти приятные слова и перспективы Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Я рада, что мы всегда можем рассчитывать на поддержку вашего департамента и всей организации. Еще раз я благодарна за вашу вовлеченность и предоставляю слово нашей коллеге из Швейцарии, которая с нами соединяется через интернет. Перед вами Лидия Вальпин. Ливия Вальпин. Благодарю Флорина за приглашение к этой дискуссии. Я рада, что могу представлять Швейцарию. Правительство Швейцарии. Мы считаем, что необходимо с огромным вниманием следить за связями между процессом цифровизации и административными действиями. Мы, конечно, согласны с тем, о чем только что говорил господин Жу из Департамента по экономическим и социальным вопросам, когда он говорил о новых технологиях, таких как блокчейн, но и о развитии искусственного интеллекта, говорил о том, каким большим вызовом они могут быть для окружающей среды. Мы отлично это осознаем и обращаем также внимание на увеличение использования энергетических ресурсов, на создание новых решений по так называемому e-waste, то есть по экологическому устойчивому устранению отходов. Это элемент, который близок гражданам Швейцарии и то, о чем швейцарское правительство постоянно помнит. Я убеждена, что цифровой саммит, в котором мы участвуем, это замечательная платформа для дискуссии о различных аспектах цифровизации и различных аспектах защиты окружающей среды. Мы уже второй раз сможем разговаривать об этом после дискуссии, которая началась в 2020 году. Я убеждена, что во время этого саммита мы сможем подготовить конкретные рекомендации, также согласно новейшим сообщениям о работах швейцарского правительства, потому что с 2019 года мы создаем ряд проектов, в том числе финансовых, по активной поддержке политики в пользу окружающей среды. Наши цели, естественно, очень близки к целям, объявленным генеральным секретарем, как цели в области окружающей среды ООН. Я рада, что могу принимать участие в этой сессии по политике по защите окружающей среды, что я могу послушать голоса моих коллег и услышать о том, что произошло на протяжении последнего года. Позвольте мне также поблагодарить Флорину, которая
еще до нашей встречи работала как координатор. Благодарю представителей польского правительства, благодарю за приглашение и за подготовку нашей сессии. Я искренне надеюсь, что проводимые нами работы будут продолжаться, и они принесут плоды в виде конкретных рекомендаций, которые впоследствии попадут к ушам и к вниманию людей, которые принимают важные решения в отдельных странах. Надеюсь, что это будет очень ценная лепта, которая из нашей дискуссии перейдет в будущие инициативы и действия. Благодарю вас за ваши слова, за вашу связь из Швейцарии. Вы говорили, что ваши работы длятся уже более 10 месяцев. Может быть, не все вы осознаете, что такое ПНЕ. Это сеть на благо политики по окружающей среде. Если у вас есть какие-нибудь сомнения, то, может быть, стоит привести некоторые сведения. ПНЕ действует с 2020 года. Нашей целью является выработать и внедрить рекомендации по непосредственному внедрению рекомендаций для конкретных национальных администраций. Я сама исследователь, поэтому я люблю приводить численные данные. И вот несколько цифр я хочу вам представить. Итак, с 2020 года в рамках сети ПНМ мы провели более 65 совещаний и встреч. В них участвовали 87 индивидуальных участников. Мы создали отчеты, которых мы посчитали. Они вмещают почти 30 тысяч слов. Мы пригласили 3 докладчиков. И я думаю, что эти цифры уже хорошо говорят сами о себе, но дело не просто в количестве, тут главное это качество. Качественную оценку я оставляю вам. Как я уже говорила, мы пригласили 3 докладчика, которые для нас прочитали доклады, и еще диаграмма, которая представляет состав нашей сети в половом разрезе. На этом сайте я вам еще представляю интернет-адрес нашей витрины. Если бы вы хотели узнать больше о ПНЕ и о политике по окружающей среде, то на нашем сайте найдете такую информацию, а также информацию о нашей библиографии и о внутренних документах ПНЕ. Отчеты, о котором мы говорили. Начнем с введения. Первая глава – это введение и объемы наших работ, нашего действия. В этой главе мы обсуждаем также все вызовы, связанные с цифровизацией. Тут мы имеем в виду введение, которое было бы комплексным, но заодно и легко читалось и понималось людьми, которые не являются специалистами в этой области. То есть начинаем с главы, которая является введением в тему цифровизации, а потом сосредоточиваемся на отдельных тематических пространствах. Мы как раз приняли такое решение, что ограничимся 4 пространствами, то есть есть у нас глава, посвященная данным по окружающей среде, глава, посвященная системе продовольств и системам поставок воды, далее цепочка поставок, и 4 глава, которая посвящена вопросам, связанным с соединением элементов этой цепи друг с другом. Этим мы занимаемся, это мы обсуждаем в нашем отчете. Я постараюсь с вами кратко его представить, но это не теперь, потому что теперь я хочу соединиться с нашими гостями онлайн, участниками онлайн, которые профессионально обсудят конкретные темы, включенные в содержание нашего отчета. Я отмечу только, что мы хотим сосредоточиться на
аспекте окружающей среды, который затрагивается в нашем отчете, на нем мы особенно фокусируем свою деятельность. И тут, пожалуйста, будем представлять аспект окружающей среды в контексте устойчивого развития. Потом, как можно использовать интернет-протокол для лучшего управления развитием окружающей среды. Потом, как цифровые инструменты и технологии могут быть использованы для работы в пользу устойчивого развития в области окружающей среды и ее защиты. И еще несколько слов будет сказано о рекомендациях, включенных в наш отчет, о контексте, в каком рекомендации создавались. И, конечно, если появляются рекомендации или указания, то может существовать целый ряд аспектов, связанных с внедрением этих последних. Это может быть связано с политикой по защите окружающей среды. Они могут быть объективными, но можно также и подумать о том, какие конкретные инструменты можно использовать для внедрения политик или рекомендаций, кто является целью, объектом политики, кто является владельцем данной политики по окружающей среде. Конечно, все эти элементы необходимо учесть. Но в связи с объемами нашей работы и доступными материалами мы не были в состоянии все эти аспекты обсудить с одинаковой точностью. Поэтому я тут хочу предупредить ваши возможные ожидания в отношении содержания нашего отчета. Мы не все комментируем, не все, что связано с устойчивым развитием. Кроме элементов, касающихся политики, мы также говорим о других пространствах или элементах, которые, по всей вероятности, мы сможем проводить на следующих этапах в сотрудничестве с субъектами, которые действуют в пользу нашей сети ПНЕ. Это столько, если говорить в качестве введения в наш отчет. Тогда перейдем к первой главе, которую мы хотели бы вам представить. Это будет первый набор наших рекомендаций в отношении данных по окружающей среде. Я рада, что, несмотря на то, что в Австралии уже середина ночи, Джесси согласилась к нам присоединиться. Да, все нормально, говорит Джесси. Для меня это большая честь, что мы можем встретиться. Я очень рада. Хотя у нас сейчас идет очень большая гроза. Тут молнии, и тут гремит. Но я надеюсь, что мы, тем не менее, не потеряем связи. Скажу так, что мы провели очень много вдохновительных дискуссий с важными игроками в этой сфере. И что касается состояние наших работ на сегодняшний день, я хочу сказать, что у нас есть доступ ко многим данным об окружающей среде. Но мы должны подумать, какие стандарты ввести, как такие стандартизированные базы данных использовать. То есть мы хотели бы позаботиться о доступности данных и знать, каким образом можно ее правильно обрабатывать. Мы хотели бы также позаботиться о том, чтобы местные или коренные группы населения имели здесь свой голос. И следующий слайд, пожалуйста. Так что, чтобы гармонизация данных и стандартизация данных были возможными, мы предложили введение глобальных стандартов, так чтобы обеспечить биоразнообразие. Мы хотели бы, чтобы эти стандарты разрабатывались с участием, в частности, государственных учреждений, и чтобы во время разработки этих стандартов принимать во внимание не только существующую инфраструктуру, но и человеческую
высокое измерение, то есть этические вопросы. Мы хотим, чтобы эти данные были должным образом представлены, так чтобы обработка данных была инклюзивным процессом. Это означает, что во время наших разговоров стараемся привлекать разные заинтересованных лиц. Наша рекомендация номер два касается доступа к данным на тему окружающей среды. Однако вот здесь имеется в виду, в частности, передача информации должным образом. И мы имеем в виду то, чтобы экологические данные были понятными, чтобы обеспечить их прозрачность. И мы очень хотим, чтобы доступ к экологической информации был равным, чтобы данные были понятны для не специалистов в данной области. И мы хотели бы, чтобы весь процесс обработки, сбора и доступа к данным был прозрачным. И мы хотели бы также разрабатывать рамки конкретных уже мер поощрения для ускорения доступности данных об окружающей среде. Так что мы должны подумать о потребностях конкретных уже групп населения или групп пользователей. Следующий слайд. Рекомендация номер три. Мне в частности это очень близко, потому что я считаю, что мы можем сделать действительно очень много, если постараемся максимизировать влияние цифровизации информации об окружающей среде. Так что рекомендация номер три – более интенсивное, тесное сотрудничество для максимизации пользы от цифровизации окружающей среды. Мы говорим о необходимости большей поддержки для интересариев, то есть заинтересованных лиц. В частности, мы думаем о недостаточно представленных общинах или группах населения. Именно мы говорим о цифровой доступности в малообеспеченных или недостаточно представленных группах населения. Самое главное, чтобы мы, конечно, отдавали себе отчет в том, что мы делаем, и чтобы мы отчитывались перед другими заинтересованными лицами. То есть очень важным является процесс постоянной оценки нашей работы. Спасибо. Огромное спасибо Джесси за вот это резюме. Джесси работает для австралийского гражданского общества по науке и обучению. Я забыла об этом сказать. Надеюсь, Джесси не обидится, что я сейчас только об этом говорю. Она занимается исследовательской работой в области новой технологии. Спасибо. Сейчас второй раздел отчет – это система обеспечения продовольствия и экономики воды. У нас с нами Дэвид. Пожалуйста, вам слово. Спасибо за слово. Флорина – это замечательное место, то, где мы встречаемся. Я многому уже научился на протяжении прошлых дней. Я хочу поблагодарить соавторов этого раздела, который я буду представлять. Это очень международный коллектив, то есть некоторые из моих коллег находятся в таких уголках мира, как Британская Колумбия. Там слишком рано, чтобы вообще подключаться сейчас в Zoom. Что касается этого раздела, посвященного продовольствию и воде, мы должны подумать о том, какое позитивное влияние может оказать цифровизация. И, конечно, мы должны принимать во внимание доступ к чистой воде и продовольствию. И следует помнить о том, что очень многие люди в мире по-прежнему живут
в условиях недоступности воды и продовольствия. 800 миллионов людей живут в условиях бедности. У них нет регулярного доступа к продовольствию, продуктам питания. Мы должны это также учитывать, говоря о том, какие пользы можно извлечь из цифровизации в этой именно области. Так что давайте будем помнить о том, что цифровизация не является волшебной палочкой. Нельзя просто так изо дня в день при помощи цифровизации все изменить. Однако цифровизация является очень мощным инструментом в нашем наборе инструментов, поэтому мы именно и об этом задумались, и мы сформулировали 5 рекомендаций. Надеюсь, что эти рекомендации помогут принимающим решения лицам во всем мире воспользоваться потенциалом цифровизации именно в этой области воды и продовольствия. Первая рекомендация говорит о том, что цифровизация в системе обеспечения воды и продовольствия должна всегда применяться в конкретном контексте. Это означает, что надо действительно сохранить контекст и чуткость к контексту, чувствительность к контексту. Что мы имеем в виду? Давайте помнить о том, что представители сектора информационных технологий всегда разрабатывают решения. Дело в том, чтобы эти решения могли применяться в как можно большем количестве случаев. Но вот системы водоснабжения и снабжения продуктами питания, они зависят во многом от местного контекста, и поэтому трудно очень разработать решение, которое будет как-то работать везде. Поэтому я хочу напомнить принимающим решения, что когда вот внедряются такие цифровые инструменты или решения, которые должны положительно влиять на эти системы, вот эти люди должны очень внимательно рассматривать местный локальный контекст. Дело не в том, чтобы исправлять то, что уже хорошо работает благодаря местному сообществу. Дело в том, чтобы все это работало очень эффективно. Вторая рекомендация следующая. Мы хотели бы повышать нашу способность разрабатывать и использовать стратегии, которая касается обработки данных по обеспечению продовольствия и водоснабжению. И когда я участвую в таких конференциях, как сегодняшняя конференция, я всегда вот чувствую, что либо решения уже были определены с самого начала, и они служат очень узкой разрешению очень узкой группе проблем, либо же у нас доступ к очень большому набору данных, но вот эти данные мы должны должным образом сами разработать, обработать. И вот думая о таких странах, которые могут действительно извлечь пользу из внедрения должной системы обработки информации, это, к сожалению, такие места, у которых нет местных ресурсов для того, чтобы воспользоваться именно этими данными. Так что вот наша рекомендация касается следующего, чтобы мы внедрили такие решения, которые могут помочь людям использовать данные о геолокации или данные, которые связаны с локальным контекстом. Третья рекомендация говорит о том, что следует разрабатывать планы и стратегии для оптимизации неэффективных систем водоснабжения и водоиспользования. Мне кажется, что системы водоснабжения, водоиспользования выглядят также в разных местах мира. Но если мы посмотрим поближе, существуют важные разницы на глобальном севере и глобальном юге. И очень часто системы водоснабжения и водоиспользования, которые были один раз введены, в более долгосрочной перспективе они просто поддерживаются. В то время как в других уголках мира просто надо построить новую инфраструктуру.
А следовательно, благодаря цифровым инструментам мы должны собирать знания о том, как получается доступ к воде, как он обеспечивается, насколько эффективной является данная система. И я думаю, что мы стремимся, чтобы именно в развивающихся странах разрабатывать такую базу данных для того, чтобы можно было внедрять эффективные стратегии в местном контексте. Рекомендация номер 4, она относится к развитию и внедрению таких инструментов и процессов, которые будут способствовать обеспечению продовольствия, продуктов питания. У меня с собой нет конкретных цифр относительно потерь в продуктах питания. То, когда мы говорим о наших вызовах, мы главным образом имеем в виду повышение эффективности во всей этой цепи транспорта, потребления, продовольствия. То есть дело в том, чтобы не создавать пищевых отходов. То есть рекомендация говорит о том, что мы можем делать благодаря цифровым инструментам именно в этой области. И вот последняя рекомендация, номер 5, является она особо важной, принимая во внимание то, что произошло недавно. Я имею в виду то, что системы водоснабжения оказались под угрозой ввиду риска киберпреступности. Это означает, и мы знаем, что все чаще говорится о кибербезопасности, а с другой стороны, когда мы разговариваем с принимающими решения, оказывается, что эти люди более охотно получают знания на тему очень изысканных решений, но неохотно думает о том, как можно гарантировать кибербезопасность также и в этой области. И следует помнить, что это очень критическая инфраструктура, которая уязвима для кибератак. То есть система водообеспечения является одним из таких ключевых элементов системы. И в завершение хочу сказать, что наша работа была очень интересной. Она опиралась на сотрудничество с отдельными группами. У нас было очень много экспертов, очень разнообразных экспертов, но наш отчет не является окончательным или исчерпывающим для этой темы. Мы открыты, конечно, к всем замечаниям, рекомендациям и так далее. Хочу еще в конце сказать, что я хочу поблагодарить организаторов IGF и поблагодарить все правительства стран, которые нам помогли в финансовом плане и поддержали нашу работу. Как организация, которая занимается надзором за борьбой с за изменениями климата, мы должны отдавать себе отчет в нашей ответственности. И в данном контексте мы рассматриваем наш отчет. Отчет сети по политике в области охраны окружающей среды. Я передаю слово Флорине. Спасибо большое за это комплексное представление нашей работы. И третий раздел, касающийся цепи поставок и циркулярной экономики, здесь нам повезло, потому что здесь у нас два человека, которые несут ответственность за создание, написание этого раздела. Кто из вас может начинать? Я начну. Давайте. Благодарю организаторов цифрового саммита за предоставление нам возможности работать по этому отчету. На самом деле, самым существенным элементом для нас всегда является то, чему мы можем научиться в процессе подготовки такого отчета. Я благодарен соавтору, который присутствует вместе со мной. Я благодарен за возможность высказываться в ходе
этого форума. Наша глава касалась прозрачности цепочки поставок и экономики замкнутого цикла, и все это в контексте изменяющихся цифровых технологий и в контексте влияния этих последних на окружающую среду. Конечно, очень трудно в кратких словах обсудить, какого типа решения могут быть созданы, чтобы управлять этими темами. Итак, в некоторой степени можно назвать эти решения имеющими человеческий и гуманный характер. С другой стороны, это технологии современные, в том числе и компьютерные, потому что будем помнить о том, что цифровизация, цифровая трансформация может нам принести значимые решения, да такие, которые мы смогли уже протестировать, которые оказались эффективными и сами по себе представляют добавленную стоимость. Следовательно, мы в состоянии уже в рамках наших рекомендаций обсудить отдельные аспекты этих решений. Как мы уже говорили в начале, мы сосредоточились в основном на прозрачности цепочки поставок и экономике замкнутого цикла. Обращаем также внимание на то, что касается типично технологических аспектов, то есть размещение антенн на суше или на воде. Это только технический вопрос. Главным же предметом нашего интереса является то, каким образом цифровая трансформация относится к отдельным цепочкам поставок всех секторов. Ибо это элемент, который присутствует во всех процессах управления цепочками поставок. Возвращаясь еще на минутку к структурам современных компьютерных технологий, очень важным является то, чтобы мы научились употреблять их умно, разумно, так, чтобы продлевать рабочий срок элементов, но важно то, что надо сделать, чтобы это можно было этого добиться. Итак, важной является интероперабельность, чтобы разные ресурсы могли взаимодействовать в процессе трансформации и могли использоваться. Переходим тогда к первой рекомендации, вышедшей из наших рук. Итак, мы, во-первых, обращаем внимание на необходимость максимизировать эффективность в плане окружающей среды. В контексте цифровой технологии, привлеченной для управления окружающей средой, как максимизировать эффект для окружающей среды, вытекающий из использования данной цифровой технологии. И прежде всего тут имеется в виду проведение процесса due diligence и на всех этапах внедрения цифрового решения, то есть на этапе сбора данных, на этапе планирования закупок, на этапе отслеживания рабочего срока или жизненного цикла, также в контексте рынка предметов, бывших в употреблении или вновь используемых предметов, и на этапе процесса так называемого e-waste, то есть выведения отходов и хозяйства отходами. И кажется, что все эти аспекты должны быть в одном месте, чтобы у всех пользователей была возможность быстро ими воспользоваться. Тут создается концепция цифрового паспорта, который позволит пользователям быстро и эффективно получить нужную информацию. Кажется, что этого типа набор цифровой информации позволит нам внедрять правильную политику, вырабатывать подходящие методы, но и будет пропагандировать правильные, полезные для окружающей среды инициативы. Столько, если говорить о рекомендации номер один. А теперь рекомендация номер два. Я упоминал уже, что она будет оказывать влияние не только на сектор современных компьютерных технологий, но на все отрасли. Как мы знаем, цифровизация сама по себе связана с целым рядом преимуществ для многих участников рынка и рыночных игроков. Тоже, как мы создаем новые элементы, новые машины, устройства, потом влияет на то, как данное устройство будет
выполнять свои функции, а потом, каким образом оно будет разбираться и каким образом будет впоследствии управляться в контексте уже отходов. Так что мы должны помнить и об этом, что создавая все элементы, инструменты, приборы, машины, мы должны быть в состоянии отследить целый процесс. Начиная с проекта и заканчивая демонтажом и управлением данным предметом как отходом. Именно хозяйство по отходам должно быть тем элементом, на который мы обращаем внимание. Отсюда интероперабельность и необходимость включить весь жизненный цикл данного продукта или устройства в этот цифровой паспорт. И здесь очень сильно мы можем подкрепиться новыми технологиями, даже технологиями блокчейна или искусственным интеллектом. Что касается интероперабельности, то мы обращаем внимание на необходимость выработки международных стандартов. Необходимым является создание принципов, которые пропагандировали бы интероперабельность, но это должны быть механизмы масштабируемые, которые позволяли бы внедрять решения для на уровнях конкретных процессов. И тут, переходя к следующей рекомендации номер 3, я предоставляю слово Крису. Спасибо. И вот рекомендация номер 3, в которой мы хотим обратить внимание на значимую роль международных стандартов при внедрении экономики замкнутого цикла. К сожалению, качество аудио недостаточно, чтобы мы полностью могли переводить этот текст. В нашем отчете мы говорили и о том, каким образом мы можем повысить уровень ответственности отдельных участников процесса, начиная с проектирования и заканчивая производством. По-моему, это очень важные характеристики и черты, на которые мы можем обратить внимание. Переводчики извиняются, но качество звука не позволяет качественно предоставлять перевод. Я переключился на другое интернет-соединение и надеюсь, что качество звука будет лучше. Итак, в нашей главе и в нашей рекомендации номер 3 мы прежде всего обратили внимание на необходимость поддержки оказываемой экономики замкнутого цикла при помощи очень практичных инструментов и конкретных указаний, которые доступны всем и которыми могут пользоваться все участники экономики замкнутого цикла. Одним из инструментов является методология, представленная в главе 10.23, которая позволяет использовать систему скоринга, которая присваивает или приписывает баллы данному циклу, который должен функционировать по схеме замкнутого цикла. То есть по системе баллов мы присваиваем баллы с самого начала, то есть с проектирования и на протяжении всего жизненного цикла. Еще коротенько расскажу, и как мне кажется, содержимое этой главы, то есть 10.23 и 10.50, они относятся к траектории воздействия в качестве загрязнений. Еще раз
переводчики извиняются, качество звука не позволяет переводить качественно. И в этой главе вы можете ознакомиться со стандартами, как добиться нулевого выброса в некоторых контекстах. Благодарю. Конечно, мы можем задумываться о том, как лучше всего добиваться выполнения наших намерений, и очень часто это неимоверно амбициозные цели, но, к сожалению, мы должны подбирать наши силы к нашим намерениям. Наши ресурсы ограничены, и мы должны стараться помогать нашими ресурсами, поддерживать ими в основном те субъекты, которые смогут лучше всех справиться с вызовами, которые вытекают из применения интернет-протокола. В нашей главе мы обсуждаем конкретные меры, которые необходимо предпринять, такие как, например, правильное управление отходами, полный отказ от свалок, полный отказ от действий, которые вредят окружающей среде, также в контексте управления отходами. Как нам кажется, необходимым является укрепление методологии сотрудничества между отдельными субъектами, которые действуют в рамках экономики замкнутого цикла. Это такая ежедневная работа, которую нам приходится ежедневно проделывать, чтобы пропагандировать хорошие правовые решения. Кроме того, необходимо помнить о том, что нам необходимо иметь возможность навязывать и добиваться выполнения определенных правовых решений, чтобы не допускать возможность злоупотребления закона, обхождения закона или его нарушения. Поэтому необходимым является выстраивать модели, которые позволяют эффективно осуществлять надзор, соблюдать новые стандарты. Но для этого, конечно, необходимым является выработать знания о том, какого типа стандарты в отрасли необходимо применять. Итак, у нас должны быть своеобразные административные мощности, которые позволят нам осуществлять лучший надзор за действиями, которые нужно внедрять. И на этом слайде указано, как этих четыре элемента, о которых было сказано, то есть цифровые технологии, блокчейны и другие, могут совместно взаимодействовать друг с другом, и как мы можем продвигаться на пути к решению этой глобальной проблемы. Это все с моей стороны насчет моей части, нашей части политики в пользу окружающей среды, и я предоставляю слово госпоже модератор. Благодарю вас за то, что вы так удачно нас провели через эту часть отчета по внедрению, по разработке политики по окружающей среде. Кто к нам присоединился, я напомню, Шнами, Леонардо и Крис, авторы некоторых глав отчета. Мы уже упоминали о данных по окружающей среде, о системе обеспечения доступа к продовольствию и воде, а также о данных, связанных с поставками, с цепями поставок и экономикой замкнутого цикла. Дамы и господа, я вижу, что еще, наверное, нет возможности задавать вопросы на чате. А если кто-нибудь из вас хотел бы переслать свой комментарий или располагает знаниями об одной из глав, которые мы обсуждаем сегодня, глав отчета о политике по окружающей среде, я вас приглашаю связаться непосредственно со мной по электронной почте, потому что кажется, что по электронной почте может быть даже легче, чем на чате. Я вас сердечно приглашаю скачать нашу презентацию и пересылать свои комментарии и замечания. А теперь переходим к последней уже главе отчета ПНЕ. С нами Флориан, и он с нами соединяется из Голландии. Я предоставляю ему слово, пожалуйста.
Здравствуйте все. Я подключился к вам с Голландии, но я родом из Бразилии. В Голландии очень часто идет дождь. Но, тем не менее, я буду говорить на тему очень важных вопросов управления, таких широких вопросов, всеобъемлющих вопросов в нашем отчете. Я постараюсь рассказать вам о более-менее общих вопросах, касающихся управления, которые связаны с новой политикой в отношении охраны окружающей среды, и которая может оказаться большим преимуществом. Во-первых, мы должны заботиться об инклюзивности. Во-вторых, дело в том, чтобы данные, которые служат принятию решений, опирались на достоверные знания, и чтобы это были знания, проверенные не только частными организациями. И в-третьих, мы хотели бы, чтобы вот этот подход был более демократичным, более партиципационным, чтобы мы могли в большей степени пользоваться платформами, привлекающими гражданское общество. И каждую из этих рекомендаций я более подробно рассмотрю. Что касается первой рекомендации, то есть повышенная инклюзивность, я хочу сказать, что мы говорим о том, что по-прежнему 1/3 мирового населения не имеет доступа к интернету. То есть это очень большая проблема, что касается вот доступа и инклюзивности. Наша рекомендация говорит о том, чтобы повышать доступ к цифровым ресурсам, цифровым навыкам на индивидуальном уровне, на уровне местных сообществ и стран. Мы хотели бы вкладывать деньги в новые цифровые навыки и хотели бы внедрять политику для обеспечения инфраструктуры, которая обеспечивает очень широкое участие. Мы говорим о том, что это open source, что это более доступная политика, которая доступна для всех. И мы хотели бы пригласить развитые компании для того, чтобы они разрабатывали цифровые навыки и распространяли их во всем мире для укрепления и улучшения доступа на индивидуальном уровне, на уровне местных сообществ и институтов учреждений и на уровне целых социумов. Что касается рекомендации номер 2, я могу сказать, что данная рекомендация говорит о том, что мы хотели бы пользоваться цифровыми данными и технологиями на основании доказательств. И в этом контексте мы хотели бы вкладывать капитал в такие системы сбора данных, в частности, данных на тему окружающей среды, которая может помогать в принятии решений и внедрении политики в области окружающей среды. Это для нас важно, потому что объективные данные могут помогать в принимать решения, важные, существенные решения. И такие вот объективные данные помогают внедрять политику, которая будет опираться на знания. А те, кто принимает решения, они должны также больше вовлекаться в разработку показателей, показателей оценки политики в области окружающей среды, чтобы мы знали, что работает, а что не обязательно хорошо работает. Вот такие показатели должны
поддерживать разные агентства, государственные учреждения, местное сообщество и большие социумы. И дело в том, чтобы мы во время процесса принятия решений в области окружающей среды могли ссылаться на эти показатели, чтобы проходил процесс постоянного мониторинга, чтобы все знали свой вклад в достижение разных целей. А сейчас рекомендация номер 3. То есть продвижение новых подходов, поддерживающих участие граждан. И здесь мы хотим предложить пилотные цифровые инструменты для сокращения барьеров доступа разнообразных представителей разных социальных групп, для того, чтобы они получили возможность сильнее участвовать в разработке политики в области окружающей среды. Это все связано с большей инклюзивностью. Если мы будем вводить такие пилотные инструменты e-участия, мы должны обеспечить доступ в интернет. То есть эти две рекомендации, они не очень сильно связаны друг с другом. И без этого мы не добьемся желаемых результатов. Что касается инструментов e-участия, электронного участия, мы хотели бы знать, что происходит именно в области политики, экологической политики, чтобы можно было получить доступ к обратной связи со стороны граждан. И на этом уровне именно те, кто принимает решения, мог бы отчитываться перед гражданами. Мы хотим, чтобы разнообразные группы могли взять слово, высказываться и иметь влияние на то, что происходит в этой сфере. То есть инструменты e-участия могут быть полезными также при достижении других целей устойчивого развития. Они могут помогать внедрять инструменты, которые более приспособлены к местному контексту. И здесь на местном уровне они могут быть инструментами для поддержки эффективности расходов, потому что граждане всегда хотят знать, куда идут их деньги, деньги налогоплательщиков. Так что привлекая людей к e-участию, мы можем также указывать на те сферы, где все еще не хватает цифровых навыков и цифровых ресурсов. Я думаю, что каждое правительство, органы местного самоуправления также могут пользоваться такими инструментами, потому что если мы хотели бы построить новые навыки в области цифрового участия, а эти инструменты должны служить местным сообществам. Благодаря таким инструментам мы сможем разрабатывать так называемые гражданские бюджеты и также сможем организовать онлайн-встречи, во время которых будут участвовать граждане. Это также низкозатратный метод для привлечения граждан. Они не обязательно должны физически присутствовать на таких встречах, но такие встречи будут способствовать повышению взаимного доверия в отношении принятия решений по реформам, экологическим реформам и по смягчению негативных последствий изменений климата. Мы, давайте будем помнить, что управление информацией должно отвечать местным потребностям, но благодаря делению данных и благодаря привлечению стандартов в этой области мы сможем мониторить то, как мы управляем данными и информацией даже на высшем уровне. И вот, завершая мое выступление, хочу сказать, что на этом слайде я стараюсь показать вам, что мы хотели показать, проиллюстрировать долю разных заинтересованных групп в этом процессе. И вот вы видите, что
Здесь вот эти важнейшие вопросы находятся в центре нашей схемы. А по окружности находятся вот разные темы, которыми мы занимаемся в отдельных разделах нашего отчета. Спасибо всем, спасибо Флорине и остальным коллегам, участвующим в разработке этого отчета. Спасибо, Флорин, потому что вот эти графические пособия всегда очень полезны. Так что сейчас мы охотно выслушаем ваше высказывание, то есть сейчас время для обратной связи. Я приготовила несколько вопросов, чтобы вы знали, что мы хотим узнать больше всего. Например, вот эти рекомендации, насколько они понятны, насколько они ясны, насколько понятно вам, чего касается нашей рекомендации. Вы думаете, что, возможно, некоторые из этих рекомендаций должны быть сформулированы другим образом? Или вы хотели бы поделиться каким-то важным материалом, который можно добавить в чат? Это будет очень полезно. У нас в чате около 50 человек, так что, пожалуйста, пользуйтесь чатом. Возможно, у вас есть интересные кейс-стади, конкретные примеры. Тогда также, пожалуйста, делитесь ими. Если вот участники здесь, в Катовице, на местах, хотели бы поделиться замечаниями, или если вы знаете, как эти рекомендации могут конкретно у вас внедряться, тогда мы охотно выслушаем ваши предложения. Возможно, что эти комментарии не будут включены в наш официальный отчет после этой встречи, но мы будем, несомненно, на них ссылаться в рамках нашей работы в сети по экологической политике. И вот, сказав это, я хочу сейчас показать вам подведение итогов в отношении всех рекомендаций. Вот, может быть, издалека не все видно, но вот те, кто здесь сидят в нашем зале в Катовице, можно подойти поближе. А те, кто работает из дома и кто подключился в Zoom, могут увеличить экран. Мы можем также подойти с микрофоном. У нас примерно около 30 человек в зале и около 50 человек в Zoom. Я думаю, что кто-то должен просто быть первым, отважным и высказаться первым. Я вижу тут желающего в Zoom. Давайте я передам слово моему со-модератору. А если вам придет в голову какой-либо вопрос, тогда, возможно, вы захотите его задать. Спасибо огромное, Флорина. Я думаю, не буду очень долго говорить, но есть у меня вот несколько таких вот пожеланий, рекомендаций, замечаний на тему только что представленных презентаций. Я хочу тут сосредоточиться на стандартах. Это, конечно, отнюдь не новая вещь. Стандарты и стандарты взаимной совместимости в оперативном плане. Что я имею в виду? Ну, можно было бы как-то постараться объяснить разные сценарии с той целью, чтобы улучшить управление с оперативной совместимостью в некоторых частях мира. И кажется, что эти стандарты очень слабы.
и вообще меньше требуется от госадминистрации, чем в других странах. И поэтому неплохо было бы поговорить именно вот об этом таком разнообразном опыте. Я знаю о некоторых случаях, касающихся, например, того, что сейчас происходит в долине Амазонии, ну и в других соседствующих странах Бразилии. То есть у нас есть проблемы. Так что говорите не только об этой экологической катастрофе в Амазонии, но и давайте будем говорить об огромных потерях в окружающей среде во всем мире. Так что я уже в отчаянии почти говорю и приглашаю вас, чтобы сказать нечто о этих разных катастрофах. Если я правильно поняла, ты нас призываешь более подробно представлять рекомендации по конкретным случаям экологических катастроф. Вы хотели бы, чтобы мы более подробно их обсуждали? Это вы хотели? Да, да. Кто-нибудь еще хотел бы взять слово? Можно либо поднять ручку как функцию чата, или задать вопрос непосредственно в зале, если кто-нибудь в зале хочет это сделать. Просто надо поднять руку. И кто-то нашелся. Сейчас предоставляю микрофон. Спасибо. Я представляю Либерию. Я только что вошел на эту сессию. Я со вниманием выслушал презентацию. В частности, мне интересно, как создаются вопрос создания политик по охране по защите окружающей среды. Но мы тут обсуждали еще и необходимость обеспечить равенство доступа к контенту, в том числе и такого контента, который представляется в ходе нашей конференции, то есть электронное присутствие, участие, включение в доступ к интернету. Эта тема мне очень интересна также с точки зрения доступных ресурсов. Очень важно и то, о чем вы упоминали, а именно умное управление отходами. И здесь очень важным является умное использование технологий. Во многих пространствах технология уже пошла сильно вперед, а не всегда мы в состоянии достаточно осторожно эти современные технологии применять до конца жизненного цикла, то есть включая управление отходами. Я хотел на это обратить внимание. Давайте помнить о том, что ряд проблем, с которыми борются отдельные страны, например, в Африке, могли бы этими проблемами лучше можно бы управлять, если бы мы действовали совместно. И таким пространством, одним из этих элементов, является управление именно отходами. Итак, конкретная рекомендация. Что можно сделать? И еще раз я подчеркиваю, что пространством совместной работы должно быть так называемое e-waste, то есть умное управление отходами. Мне кажется, что на этом пространстве, на этой сфере мы должны сфокусировать наше внимание. Кажется, это такой элемент, где, безусловно, больше людей должны посвятить свое время. Может быть, стоило бы проводить ежегодные встречи, так сказать, или конференцию, посвященную управлению отходами. И я бы хотел обратить особое внимание на эту тематику. Благодарю вас. Если я правильно поняла ваши намерения, вы хотели бы, чтобы увеличились усилия в пользу умного
управления отходами, и вы хотели бы продвигать международное сотрудничество в этой сфере. Вы также говорили о том, что может быть кризис, связанный с управлением отходами, обозначает кризис ответственности вообще. Правильно ли? Спасибо вам. Я знала, что уже несколько человек хотели заняться темой управления отходами, и Леонардо хотел об этом рассказать. Да, на самом деле, я хотел бы высказаться по этому поводу. Управление отходами – это действительно очень серьезная проблема, и мы о ней упоминаем в нашем отчете. Мы помним, что миллионы тонн отходов ежегодно попадают в окружающую среду, и нам приходится с этими отходами справляться. Это означает и огромнейший финансовый вызов, потому что около 60 миллиардов долларов ежегодно мы тратим в связи с ресурсами, которых мы не умеем использовать обратно. Совокупность тех отходов, которые не подлежат рециклингу, это для нашей экономики ничто иное, как убыток. И на это отчет обращает особое внимание. Это один из элементов цепи поставок. Я также думаю, что главная концепция состоит в том, что мы должны сделать все, чтобы производить меньше, чем за последние годы, чтобы дольше эксплуатировать произведенные нами предметы и чтобы стараться отодвигать тот момент, когда данное устройство, данный предмет будет направлен на свалку как отход без возможности повторно его использовать. И, конечно, мы должны создавать такие инструменты, которые позволят нам использовать материалы и создавать такие материалы, которые, возможно, будет использовать повторно, что позволит нам поспособствовать защите окружающей среды в момент, даже когда данное устройство попадет к концу своей жизни как отход. И на это надо обращать внимание уже с самого начала, даже с этапа получения поисков сырья для производства данного элемента. На первый взгляд кажется, что в нашем отчете мы не обсуждаем такие детальные вопросы, но когда применить такой подход, взгляд снизу вверх, то тогда такие детали и в нашем отчете можно найти. Конечно, ключевым является дать определение проблеме. Очередным этапом является выработать соответствующие решения, которые позволят побороть данную проблему. И благодарю вас таким образом за ваши замечания, которые нас толкают вперед в нашей деятельности. Есть еще вопрос, заданный в чате всем участникам дискуссии. И это вопрос, который касается так называемых эффектов ребаунд. Все ли из вас во время работы по отчету по политике окружающей среды обратили внимание на механизм ребаунд, то есть отражения? Кажется, что действительно может появиться резкий рост потребности в данном продукте или элементе, и вот именно это потом обладает эффектом отражения. Кто-нибудь из докладчиков хочет высказаться по поводу этого вопроса? Или мы должны ответить? Ну, раз вы уже включили микрофон, тогда, пожалуйста, отвечайте. Ильяс с нами соединяется. И если никто не хочет отвечать на этот вопрос, то я позволю себе высказать несколько слов. Итак, цифровые решения, конечно, оказывают положительное воздействие при условии, что они действуют в определенных пределах. Вот, например, мобильность. Вернее, мобильность в контексте транспорта. То есть, чтобы всегда перемещаться на собственной машине, мы пользуемся
объединенными, так сказать, возможностями, чтобы из своего дома переместиться в город, а потом уже употреблять другие виды транспорта. Ну, конечно, существует ряд элементов, которые необходимо рассмотреть. Действительно ли мы в состоянии полностью отказаться от автомобилей? Потому что если у нас не автомобиль необходим так или иначе, потому что мы будем им пользоваться в других обстоятельствах, то выгода от интероперабельности невелика. Второй момент. Автомобиль будущего. По всей вероятности, автономные автомобили в будущем станут ежедневностью на наших дорогах. То есть автономное движение станет нашей действительностью. И представим себе, как это будет выглядеть, как этот транспорт будущего будет формировать нашу окружающую среду и каким образом он повлияет, например, на рынок, авторынок. И вот этого типа рассуждения необходимо всегда включить в оценку эффективности или эффекта отражения данной цифровой технологии. Может быть, иногда, хотя, по крайней мере, надеемся, что преимущество превысит расходы или затраты, но хотя бы в области сельского хозяйства мы можем стараться продавать с дрона плоды всем, и тогда мы можем включить все технологии, GPS, интернет вещей и спутниковую связь. Но действительно ли выгода, которая будет получена от применения технологий, таких технологий для распространения сельскохозяйственных плодов, превысит выгоду, вытекающую из распространения сельского хозяйства без применения пестицидов? Не окажется ли это также более дорогостоящим, чем эта политика, другая политика? Это можно перенести на другие сферы строительства, цифровых решений для домов. Это все могут быть чудесные решения при условии, однако, что мы действуем в определенных пределах, что мы следим за эффектом отражения, что мы умеем им правильно управлять. Я хотела бы еще добавить несколько слов об эффекте отражения. Если со временем мы будем отмечать значимый рост карбонового следа и карбоновой стоимости данного процесса, то необходимо помнить о том, что это пользователь будет нести повышенные затраты, и тогда эффект отражения у нас повернет в другую сторону, чем мы ожидали. Необходимо признать, что нам придется иногда увеличить карбоновые расходы, чтобы повысить эффективность данного решения. Так что к этому уравнению придется добавить еще такие элементы, как растущий углеродный след. Кто-нибудь из вас еще хотел бы высказаться по поводу эффекта отражения, который тут Ильяс представлял? Мне интересен ответ на дополнительный вопрос, который я сама хотела бы и задать. А именно, каким образом мы могли бы определить или даже адаптировать к данному расположению, к данным условиям, обстоятельствам или окружению. То есть мы должны сделать все, чтобы применяемые цифровые технологии были адаптированы к местным условиям. Каким образом оценить это местное окружение? Может быть, у кого-то есть идея получше, а может быть, в наших рекомендациях должно быть указание на то, что
необходимо адаптировать доступных цифровых решений к обстоятельствам. Спасибо. Я передаю слово Хорсту, который тоже, наверное, которого, наверное, тоже в чате спросили о подобном. Думаю, что необходимо учесть все группы заинтересованных лиц, также тех, которые действуют в совершенно других обстоятельствах, чем наши, то есть граждан, но также и учреждения, административный сектор. Все те рекомендации, о которых мы говорим, должны, по всей вероятности, учитывать специфику получателя. Так ли на самом деле? Вот это вопрос. А я задумываюсь о создании системы поощрений. Каково было бы поощрение к именно такому проектированию решений, чтобы они быстро не становились устаревшими? Меня это волнует также с точки зрения потребителя, конечного потребителя. Если бы я мог присоединиться, то если мы поменяем нашу бизнес-модель с модели, которая приводится в движение количеством, и если эта бизнес-модель будет переменена в более модель по услугам, то у нас появятся такие стимулы к тому, чтобы все время развивать такие услуги и продукты, которые будут на надлежащем уровне прочности, потому что об этом будут решать наши потребители. Так что появится у нас стимул к тому, чтобы создавать такие продукты, устройства, которые прочны, которые не слишком скоро изнашиваются, потому что мы прежде всего будем поставщиками услуг. Это является истинно и в отношении каждого сектора, не только электронных изделий. Спасибо. Думаю, что здесь ООН может так тоже сыграть очень важную роль, лоббируя в пользу прочных устойчивых решений, проводя переговоры с обществами, производящими такие изделия. А теперь телекоммуникационные центры. Центры баз данных действуют, скорее всего, по схеме лизинга и переходят по цепочке из циклов, нескольких циклов реновации, чтобы модель была прибыльной, рентабельной, устойчивой, то будем помнить, что необходимо обеспечить определенную маржу прибыли. И будем помнить, что эти решения касаются только больших устройств, а должны относиться ко всем электронным устройствам. Вы хотели что-либо добавить еще? Мне кажется, говорит Леонардо, что есть модель близка нам всем. Если мы соединяемся по кабелю с интернетом, то мы ведь тоже оплачиваем сервис этого соединения. И тогда поставщик интернета заинтересован тем, чтобы данный рутер был, возможно, прочным, чтобы не приходилось его сменять слишком часто. И мне кажется, что в настоящее время все части поставщики заботятся о том, чтобы эти устройства были прочными, устойчивыми. Дэвид, вы хотите что-то сказать? Но еще Джесси. Меня как раз попросили, чтобы поменять свой рутер. И я спросил вот техника, вот что сделать со старым рутером. А он говорит, ну просто надо его выбросить. Я живу в большой стране, и вот так это и происходит. То есть вы выбрасываете старый рутер и просто устанавливаете новый. Вот меня это поразило. А вот как, что мы должны порекомендовать, если мы хотели бы действовать ответственным образом, позаботиться о замкнутом? Because I think we have very deep in a very specific discussion, and I think one major discussion around the topic that we had, like in terms of food and water systems,
Что делать? Это потому, что мы говорим о том, как включить системы продовольствия. Очень часто, или водоснабжение, очень часто политические решения применяются, потому что они модные, или просто данное технологическое решение является очень модным и является технологической новинкой. Но это не опирается на углубленные исследования. В частности, что касается систем IT, это системы, которые разрабатываются в развитых странах, и они просто навязываются другим. Но есть и такие социальные группы, которые очень хорошо знают свои потребности. У них есть опыт, есть доступ к местным ресурсам данных. Я думаю, что мы должны такого рода инструменты более умным образом использовать, чтобы это было по возможности эффективно, и чтобы такие решения действительно представляли собой добавленную стоимость. А вот эти последствия, непредусмотренные последствия, появляются там, где данные решения были внедрены, там, где они не должны быть внедрены, потому что они не соответствуют местному контексту и так далее. Очень часто IT-решения внедряются по всему миру, но они неэффективны, они не приносят пользу. Именно потому, что неправильно были определены бизнес-требования в данной сфере. Я думаю, что в данной сфере, в данном контексте все это было не так. То есть я говорю о непредусмотренных принципах внедрения и как бы последствиях внедрения новых технологий. И действительно, мы все хотим не создавать все более, больше отходов в связи с использованием информационных технологий. А что касается экономики услуг и сектора услуг, вот появился такой комментарий. Здесь я, конечно, тоже вижу определенные недостатки. В частности, когда мы говорим о глобальном юге, вот компании обслуживания чаще всего находятся или имеют свое местонахождение в странах глобального севера. И вот эти услуги будут передаваться и предоставляться на основании лизинга или аренды. Дело в том, чтобы мы укрепляли потенциал развития данного сектора на местах, то есть в местном контексте, а не просто продавать, например, зерно, которые получают у нас фермеры, и они как бы приходят к нам опять же, чтобы получить новое зерно. Вчера во время одной из панельных дискуссий мы говорили о том, что наш отчет может быть более углубленным в будущем, и мы этого ждем. Мы с радостью будем с вами сотрудничать именно в этой области. Огромное спасибо за эти замечания. Мой со-модератор Даниил мне дал понять, что появляются также вопросы в чате. Но я хочу передать микрофон тем, кто собран в этом зале в Катовице. Мне показалось, что кто-то хотел задать вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос или, скорее всего, комментарий. А именно, меня зовут Рахел Гатта, и я представляю сестринскую сеть по политике в пользу реального доступа в интернет. Спасибо за возможность взять слово. Я вижу, что появляются очень многие синергии во время вот этих дискуссионных
панельных дискуссий во время нашего саммита. Что касается реального доступа в интернет, вчера мы об этом говорили. Реальный доступ означает разные вещи для разных людей. Для некоторых это возможность общения с семьей, с родственниками. Для других это доступ к образованию. Еще для других это возможность получить помощь в экстренной ситуации и так далее. И вот слушая вашу дискуссию, я вот поняла, что реальный доступ в интернет – это также то, что обеспечивает устойчивое развитие окружающей среды. Мы раньше об этом не говорили, но в рамках разных сетей по разработке новой политики, я думаю, что это очень важный вопрос, следует взять это себе на заметку. Хорошо, спасибо. Я не хочу слишком расширять наш отчет, потому что мы хотели бы передавать контент наших отчетов как можно более сжатом виде, потому что устойчивое развитие, устойчивая окружающая среда, конечно, может означать разные вещи для разных людей. Я не хочу тут ничего создавать атмосферу спешки, но если нет у вас пока что вопросов, мы можем связаться по электронной почте, потому что осталось всего лишь 3 минуты. Я охотно прочитаю ваши замечания, вашу обратную связь. Если вам показалось, что мы чего-то не договорили, не досказали, просто, пожалуйста, обращайтесь к нам по электронной почте. Спасибо за микрофон. Мы говорим очень много о разных технических решениях, и, конечно же, такие решения являются очень нужными. Но я хочу расширить круг наших интересов в этом разговоре, потому что очень многие технические решения нам не помогут добиться цели, о которой мы с вами говорим, то есть переместиться с того, что у нас экономика нацелена на прибыль, и в сторону экономики, нацеленной на разделение ресурсов. Все больше и больше товаров не используется просто одним человеком, они могут использоваться другими. Это один из аспектов вот именно устойчивого управления окружающей средой. Я думаю, что мы должны говорить также о таких изменениях менталитета, образа мышления, кроме дискуссии на тему внедрения новых технологических решений. И сейчас попрошу Даниэла, второго модератора, сказать несколько слов в завершении нашей встречи. Спасибо огромное, Флорина. Постараюсь говорить очень-очень коротко. Наше время уже подходит к концу. Как сказала Флорина, год тому назад, в декабре месяце, во время саммита IGF, мы начали работу нашей группы. Однако только 20 апреля мы все в полном составе встретились. Так что мы говорим практически о 8 месяцах работы. С того времени мы встречаемся один раз в месяц и встречаемся во время других сопутствующих событий, мероприятий. Хочу подчеркнуть то, что у нас по-прежнему пандемия COVID-19. Мы работаем в международной группе, все мы живем в разных временных зонах, но тем не менее нам удалось составить этот отчет. Это действительно впечатляет. Я думаю, это показывает, сколько усилий каждый из наших участников приложил для создания этого отчета. Я думаю, что на очень раннем этапе, еще в апреле месяце, пожалуй,
мы решили, что наш отчет должен быть очень сжатым, кратким. Это не должен быть какой-то академический, научный документ. Мы хотели бы, чтобы он был понятным для органов власти, для широкого круга читателей. Как вы заметите, это буквально 3 или 4 рекомендации в каждой главе отчета. Именно этого мы и добивались. То есть рекомендация, относящиеся к очень уже накаленным вопросам. И надеюсь, что вы сможете, ну, должным образом это оценить и, тем не менее, заметить некие нюансы, которые мы все равно туда поместили. Мы также провели консультацию на тему этого отчета и в ноябре месяце, и мы действительно согласны с тем, что в этом отчете мы должны включить страновую перспективу, то есть на национальном уровне. Много у нас еще вызовов впереди на этом перекрестке между управлением окружающей средой и новыми технологиями. Надеюсь, что в этом году этот выпуск нашего форума IGF даст нам новый толчок на пути к разработке наиболее актуальных рекомендаций на злобу дня. И мы охотно воспользуемся вашей обратной связью, потому что мы надеемся, что вот эти знания должны быть использованы конкретными лицами. И, конечно, нас интересуют очень конкретные примеры, так называемые case studies, чтобы мы знали, как в конкретных случаях применяются рекомендации. Вот это будет, даст нам вот такое более практическое измерение. Надеюсь, что представленная здесь организация гражданского общества захотят с нами сотрудничать. И надеюсь, что захотят также поделиться конкретными примерами и своими вот case studies. Мы интенсивно сотрудничаем с разными партнерами. Информация на тему нашей работы также распространяется в рамках встреч экспертов высокой панели ООН. Я очень рад, что сегодня мог быть со-модератором этой сессии. Да, я думаю, мы должны уже заканчивать. Иногда вот организаторы просто должны отключать микрофон. И спасибо, Даниил, за то, что вы сказали тут последнее слово. Огромное спасибо соорганизаторам, моему со-модератору, участникам панельной дискуссии, всем участникам в Катовице и в виртуальном мире в Zoom. Я надеюсь, что мы воочию скоро встретимся друг с другом. И давайте оставаться на связи, если вы захотите переслать нам свои замечания. Огромное спасибо.